qo'llasin, qo'llasin yaratgan egam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin yaratgan egam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nol berib kesatmog'i bor, ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Kimlardir nol berib kesatmog'i bor, ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bo'ladi, voyoki bermasa hikmat bo'ladi. Bandasin bergani minnat bo'ladi. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Senga ham baxt kulib boqsa gar asta, men odam qilganman deydi bir pasta. Do'stkinam ba'zilar shundayin pasta. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Dunyo asli sinov so'qmoqlari ko'p. Omadingni düşman tortib olmasin. Bu yo'lda yiqilib tortsang-da azob, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin yaratgan egam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Все в порядке? Никогда вы меня так не вызывали, чтобы увидеться. Или вы тоже потихоньку привыкаете уже? Что было, то было. Все прошло. Надо обо всем забыть. В жизни каждый ошибается. Каждый делает ошибку. Из-за какой-то незначительной ошибки ты не можешь испортить всю мою жизнь. Что? Из-за незначительной ошибки? Что, моя жизнь для вас стала незначительной, что ли? Здесь говорится о моей чести. Что будет с ней? Ха, девушка, которая думает о своей чести, что делает в полночь с незнакомым парнем? Значит, я теперь плохая. Я вас только об одном прошу. Оставьте меня в покое. У меня скоро свадьба. Вы знаете, что я все равно на вас не женюсь. Это невозможно. Поэтому забудьте обо всем, что было. Вы будете только моим. Надо будет, остановлю вашу свадьбу. Сама поговорю с вашей мамой. Заставлю все остановить. Это я могу сделать. Нет, нехорошо так делать. Если вы действительно меня любите, оставьте меня в покое. Я вас прошу дать мне возможность начать свою жизнь и быть счастливым. Хорошо, будьте здоровы. Это ты хочешь испортить мою жизнь? Посмотрим.
Алло? Я пришел. Вы в какой стороне? Чуть пониже, в книжном ряду. Хорошо, сейчас спущусь. Ладно. Привет. Привет. Вы хотите купить книгу? Да. Ищу хорошую книгу. Раньше я каждый день покупала по одной книжке. Не могла до утра уснуть, пока не дочитаю. По-моему, сейчас не обязательно покупать книгу. Всюду телефон, интернет. Какую информацию хотите получить, все выйдет, если напишете. Вы ошибаетесь. Книга – это совсем другое. Может быть. То, что вы получите из книги, никакой телефон, интернет вам не дадут. Вы правы. Некоторые люди, как вы говорите, этого не понимают. Да. Перестают читать книги. Например, вы. Когда вы в последний раз читали книгу? Что? Когда? Книгу? Да. Читал. На работе есть книга о лошадях. Я ее прочитал. О лошадях? Да. Ну ладно, это тоже книга. Это мне нужно для работы. А, кстати, и в школе я читал несколько книг. Какие? Ну, я не очень люблю читать книги. Скучная тема. Но нужно иногда читать. Хорошо. Пойдем? Пошли. Может быть, в ту сторону? И что, вы теперь прочитаете все эти книги? Обязательно прочитаю. Хорошо сходили. Спасибо, сестра. Как там домашние? Они передавали вам привет. Спасибо. Мама благодарит вас за то, что вы мне дали работу. За то, что дали мне комнату в доме. И за поддержку. Она очень благодарила вас. Не за что. На моем месте и другой сделал бы то же самое. Самое главное, вы очень искренняя. Вы хороший человек. Поэтому из-за вашей простоты вы пережили столько всего. Вам было очень тяжело. Дай бог, все пройдет. Спасибо. Вы мне как родная сестра. Ваш телефон? Кажется, похож на номер зяти, да? Почему вы не носите с собой телефон? Ой, спасибо, Гозальхон. Ассаламу алейкум, мамочка, как вы? Кто-то есть рядом с тобой, да? Вам тоже привет передают. Хорошо. Да, не переживайте, я пришла. Ладно. Пока. Это мамочка. Переживает, доехала ли я. Конечно, будут переживать. Мама есть мама. Тогда я пойду делать свои дела. Хорошо. Ладно. Идите. Хорошо. Мамочка, ассаламу алейкум. Алейхим ассалам. Как, как ваше здоровье? Садись сюда, садись. Что такое? Все нормально? Говорите, что случилось? Я вообще тебя не понимаю. Раньше ты был не таким. Что случилось? Что тебя мучает? Я думала, что после прихода этой богатой девушки все встанет на свои места. Думала, что она будет мне помогать. Я думала, что у меня будет невестка, что я буду отдыхать. Не бегала бы туда-сюда. Ты очень изменился. Стал рассеянным. Уходишь рано, приходишь поздно, сразу ложишься спать. И не поговоришь. Смотри на меня, когда я с тобой говорю. Мама, все в порядке. Что может случиться? Просто много работы, я устаю. Вдобавок,
Я перешел на работу в склад для корма. Вы сами знаете, эта девушка очень богата. Поэтому я стараюсь улучшить наши условия, чтобы она привыкла. А что с нашими условиями? Кушать есть что? Если бы она на это не была согласна, разве бы она разговаривала с тобой? Лишь бы это привело к хорошему. Все хорошо, мам. Не переживайте. Все отлично. Я пойду переоденусь, хорошо? Ты что-то от меня скрываешь, сынок. Да ладно. Рухсара? Я переживаю за Акмальджона. Он все время говорит, что отомстит. Я боюсь его потерять. Очень боюсь. Потому что это очень опасные люди. Он их хорошо не знает. Я беспокоюсь. Очень. Дочка, когда он придет домой, вы тоже ему объясните. Он вас все-таки послушает. Я боюсь, чтобы он не натворил что-нибудь. Очень боюсь. Хорошо, я поговорю, мамочка. Но вы не беспокойтесь. Даст Бог, все будет хорошо. Вы же знаете Акмаляке. Он и птицы не обидит. Дочка, человек от боли все может сделать, поверьте мне. Вот этого я боюсь. Не переживайте, мамочка. Пусть Бог бережет моего сына. Да, Рухсора, как ты? Ассаламу алейкум, Акмаляке. Ва алейкум ассалам. А где вы? По делам, на улице. Что-то случилось? Акмаляке, я хотела что-то у вас спросить. Не было возможности встретиться. Да, спрашиваю, что такое? Все нормально? Что вас связывает с женщиной, которая у нас была в прошлый раз? Эта женщина клевещет на мою маму. Ты же и сама узнала. Я это узнала. Но что вас связывает сейчас с этой женщиной? Она вас узнает? Я лишь пару раз встречался с ней. Больше никакой связи нет. Ну ладно. Как ваши дела? Хорошо, спасибо. Рухсора? Слушаю. Я попозже сам перезвоню. Ладно. Пока. Слушайте, чего вы хотите? Не поняла. Ты что делаешь в моей комнате? Выйди отсюда. Вы забыли, что вы находитесь в нашем доме? Что вас связывает с моим зятем? Что я буду делать с твоим зятем, а? Не знаю. Вы же говорили только что с ним по телефону. Вы думаете, я не знаю? Вы написали, что это мама. О чем вы разговариваете? Заткнись. Что, только у твоего зятя такой номер, а? Слушай, чтобы голоса твоего не было слышно, я разговаривала с мамой. Тебе не стыдно клеветать, а? Или мне показать твои видео с твоей мамой? А? Ты этого хочешь?
Все потом узнают. Потом посмотрим на тебя. Если не хочешь, чтобы никто не узнал о тебе, лучше молчи. Ты поняла меня? Иди отсюда, стерва. Я знала, что ты нехороший человек, что ты делаешь нехорошие дела, что ты ходишь с беспризорниками на улице, и что ты часто не приходишь домой ночевать. Я все знаю. Но я не думала, что ты дойдешь до такой степени. Ты меня неправильно поняла. Как можно понять неправильно? И так все видно. Слушай, ты случайно свою жизнь не в лотерею выиграл? Эта жизнь дается один раз. Один раз. Нужно воспользоваться этим и делать хорошие дела. Ты хоть раз в жизни сделал что-нибудь хорошее? Помнишь этого? Не помнишь? Кому-нибудь хоть раз помог? Нет, не делал. И не помогал. Работа у тебя есть, деньги у тебя есть. Не лучше ли было бы тебе их отдать бедным семьям? Детские дома, сиротам, а не тратить на всякие ненужные лекарства, ненужные вещи. Не тратиться. Я зашел на этот путь не по собственному желанию. Никто не заходит по собственному желанию. Ты же ведь сама знаешь, какова моя жизнь. Сейчас я стараюсь, потом... Да ладно. Не оправдывайся, хорошо? Позже поговорим, я устала. Слезай с машины. Марджона. Слезай. Выходи. Завтра поговорим. Все, иди. Ну ладно. Я думал, что ты меня поймешь. Но и ты меня не поняла. Все нормально? Ненормально. Садись. Ты даже не думаешь, что кто-нибудь увидит? Слушай, или ты поменяй свой номер, или купи другой номер, чтобы звонить мне. В общем, сделай что-нибудь. Что случилось? Что ты так нервничаешь? Еще бы немного. И вон та шмакодявка обо всем догадывалась бы. Я вышла из положения еле как. Хорошо, что на руках у меня есть видео ее. Иначе она обо всем бы растрезвонила. Нашла кого бояться. Это из шмакодявки, да? Я не думал, что ты такая трусиха. Я думала о тебе. Это ты привел меня сюда. Не хотела, чтобы она раскрыла твою вину. Понятно. Правильно поступила. Надеюсь... Ты не написала меня Акмалем? Я сохранила тебя как мама. Ты умница. Ну ладно, завтра поговорим. Будь осторожна. Приятного отдыха, мамочка. Ладно, всего хорошего. Thank you.
понимаю. Почему я так переживаю за этого парня, не знаю. Он такой же пациент, как и другие. Попросил изменить свою жизнь, вот я и изменила. Нет, нет. Что-то со мной не то. Нет, Марджона, ты не должна изменяться. Потому что я не могу найти для тебя другого психолога. Дочка, как дела? Спасибо, папочка. Хорошо. Тебе не трудно? Почему мне должно быть трудно, папа? Это же моя любимая работа. Ты уже привыкла? Да, я привыкла. Молодец, молодец. И клиентов у нас очень прибавилось. На этой неделе я сходила на завод и приготовила новый дизайн для наших дверей. Хорошо. Только, доченька, будь осторожна. Всякие клиенты встречаются. Некоторые приходят и фотографируют. Говорят, что покажут родителям. А потом изготавливают точно такие же двери и продают на базаре по дешевой цене. Вы правы, папочка. Есть такие люди. Приходят, фотографируют, говорят, что покажут домашним. А потом что им скажешь, папа? Доченька, клиент всегда прав. Только будь... Всегда осторожно, доченька. Хорошо, папочка. Хорошо? Хорошо. Я тебе верю. Спасибо, можешь папа. Идти. Ах, доченька, удачи тебе. Алло. А как ты? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ты вышла из дома? Да, вышла. Никто не заметил? Нет, никто не заметил. Хорошо. Я только что пришел на ферму. Есть работа на пару часов. Закончу дела и приду. Что привезти? Приедете сами, ничего мне не нужно. Ну ладно. Будь осторожна. Хорошо, любимый. Пока, любимая. Алло. Алло. Акмаль? Да? Что случилось? Сейчас я разговаривала с Азаматом. И что? Приедет через 2 часа. Хорошо. Сегодняшний день для нас очень важен. Ты должна узнать все его секреты. Мы больше не можем тянуть. Не переживай. Я все подготовила. Отлично. Будь осторожна. Удачи тебе. Ладно. Азамат. Золотая моя рыбка. Ассаламу алейкум, мамочка. Ва алейким ассалам.
Будьте здоровы. Будьте счастливы. Как доехали? Спасибо. Как вы сами? Как здоровье? Как ваши дела? Все хорошо? Вы уже, наверное, привыкли к новому дому, да? Спасибо, спасибо. Кто там? Кто? Ой. Ой. Ассалому алейкум. Валейким ассалам. Как вы? Как вы доехали? Как вы? Все хорошо? Спасибо. Как вы сами не устаете? Нет, спасибо. Спасибо. Вы, наверное, довольны, что пришла новая невестка. Теперь вдвоем беседуете, сидите, да? Слава богу, хорошо. Отдохнули после свадьбы? Да, отдохнули. Как вы сами? Все хорошо у вас? Вы очень рано со свадьбы ушли? Да, так получилось. Идемте. Заходите. Невестка, вы поставьте чай. Идите быстрее. Хорошо. Идите. Как вы сами? Проходите. Как здоровье ваше? Спасибо, хорошо. Как ваши дети? Все хорошо у них? Ой, я так соскучилась по вам. У вас, наверное, много новостей, да? Да, заходите. Идемте, проходите. Вы без труда нашли нашу конюшню? Да. А Баситхан сам не пришел? У Баситханаке много работы. Времени у нее нет. А, хорошо, хорошо. Поэтому прислал меня. Но вас я раньше не видел. Я занимаюсь делами ресторана. Сюда я прихожу впервые. А как себя чувствует Баситхан? Хорошо. Вам передал привет. Спасибо, спасибо. Спасибо. Вот это наша лошадь, брат? Да, это лошадь ваша. Чтобы не сглазить, она стала лучше, ведет себя хорошо. Мы вовремя даем корм и витамины. Хорошо. Так что не переживайте. Сколько дней осталось до соревнований? До соревнований осталось мало времени. Но эта лошадь еще не готова к участию. И опыта у нее не хватает. Еще ее надо многому научить. А мне Баситаке сказал, что лошадь готова. Тогда передайте вашему Баситаке, что даже если лошадь будет участвовать в соревнованиях, мы не даем гарантию, что она выиграет. Вы за это не переживайте, брат. Хозяин сам решит все. Ну ладно. Я вас предупредил. Идемте на пиалушку чая. Давайте. Проходите, пожалуйста. Да, Акмаль. У тебя есть еще и другая семья. Я это так не оставлю. Алло. Алло. Да, Даврон. Где вы, зять? На ферме, на работе. Что такое? Можно встретиться и поговорить? Да, через час выйду на обед. Хорошо, подъедьте ко мне на работу. Хорошо. Ой, спасибо. Я очень хорошо посидела. Еще бы немного посидели. Нет, я уже пойду. И сын должен вернуться с учебы. А, Хадича Хуан, вы можете идти. Ладно, дорогая. Счастливого пути. Береги себя. Хорошо. Наверное, вам стало легче после того, как пришла новая невестка. И во всем вам, наверное, помогает, да? Да, какое там. Что? Я с самого начала говорила Бабураке, что не надо было брать эту девушку. Она еще молодая. Нет, он не согласился. Сказал, что она умная, воспитанная, что она получила воспитание бабушки. Вот, видим результат. Ну что вы, кто-то услышит? Да она не умная, вообще работу нехорошо делает. Всему ее нужно учить. И постоянно я обучаю. Ну тише, чтобы она не услышала. Я закрою двери, ладно? Да пусть слышит. От одной ее еле избавила. Вот теперь другая. И вообще, я такая невезучая. Не говорите так.
Конечно, будете учить ее тому, чего она не знает. Она же молодая, нежная, вежливая девушка, очень хорошая. Да, тихоня, тихоня. Да перестаньте. Вы привыкли обо всем говорить плохой. Да что вы. Вот машина за мной приехала. Да посидели бы еще немного. Ладно, потом, в следующий раз, хорошо? Ладно, счастливо оставаться. Пока. До свидания. Всего хорошего. Ладно, до свидания, всего хорошего. Хорошо, до свидания. Всего доброго. Зятёк, я вас услышал разные разговоры. Что такое? Что за разговоры? Оказывается, у вас есть другая семья. Есть ребенок. У вас есть еще и такие способности. Откуда ты находишь такие разговоры, а? Услышал. Какая вам разница? Давро, ты интересный. Я же зять Азаматбая. Как я осмелюсь иметь другую семью? К тому же, ты очень хорошо знаешь характер твоего отца. Я делаю только то, что он скажет. Со всем, что он скажет, соглашаюсь. Теперь хорошенько подумай, как я могу создать другую семью? Я этого не знаю. Сами знаете. Думайте, что делаете. Вы хорошо знаете мой характер. Даже если я не очень лажу с Негорой, все равно она моя сестра, она моя родная. Я не могу быть безразличным к ее судьбе. Правильно. Ты будь спокоен. Твоя сестра самая счастливая женщина в мире. Кстати, а где твоя машина? За мной приедут ребята. О, и сегодня у вас посиделки, да? Не очень перебарщиваешь с выпивкой. Я сам знаю. Я просто сказал. Ну, что ты хочешь мне сказать? Говори быстрее, я тороплюсь. Садитесь. Поговорим немного. Хорошо. Ну, говори. Угощайтесь. Я не пью. В прошлый раз я послушался тебя и влип. Вы пейте со мной в последний раз. Я больше вас не побеспокою никогда. Будете продолжать свою личную жизнь. Наверное, мы больше и не увидимся. Я что, похож на дурака? Ты думаешь, я поверю этим твоим словам? Я тебя вижу не в первый раз. Но я говорю правду. Нет, я не буду пить. Пожалуйста. После этого ты уйдешь из моей жизни? Больше не побеспокоишь, да? Да. Давай, хорошо. Тогда выпью. Ну вот. Довольно? Я больше не буду пить. Неужели моя любовь не стоит того, чтобы мы посидели один раз вместе?
Слушай, прекрати такие разговоры. Я думала, что вы хотя бы сегодня будете со мной немного ласковы. Хорошо. Все, твоя душа успокоилась? Поздравляю с покупкой новой машины. Спасибо. Понравилось? Как выглядит? Красивая. Я за столько лет женитьбы не смог получить машину, а ты за 3-4 месяца получила. Хоть ты и домработница. Здорово. Понятно. Хитрость женщины вот такая. Знаю. Ты же меня знаешь. Конечно. Но ты не забывай одну вещь. Все это ты получила благодаря мне. Если бы я не согласилась, всего этого не было бы, Акмаль. Хуже всего то, что я заставила купить свой же дом. Какая же ты хитрая. А машина случайно не твоя? Нет, машину мне уже купили новую. Хорошо. Мне стало жаль старика. Тебе? Хорошо. Хорошо сделала. Ну ладно. Сегодня ты придешь домой? Нет, наверное, сегодня не пойду. Должна идти к старику. Отлично. Будь осторожна. Береги себя и пока. Спасибо. Ты тоже будь осторожен. Не переживай. Ладно. Сабина, ты знаешь, когда я тебя вижу, мое сердце бьется по-другому. Удивляюсь. Ты красивая девушка. Если не говорить о некоторых твоих плохих привычках, ты красивая девушка. Очень хорошая. Серьезно? Да. Да. Я привык к тебе. И вообще, я не хочу тебя оставлять. Только что вы говорили мне, чтобы я ушла из вашей жизни. Я вообще не хочу тебя забыть. Ты моя. Ты еще увидишь Камру. Я никогда не думала, что ты так легко клюнешь на мою уловку. Все равно ты будешь моим. Еще налить? Наливай. Мама? Да, сынок. До сих пор вы ни разу не дали мне почувствовать, что у меня нет мамы. Вы обращались со мной, как с родным ребенком. Никогда не отделяли.
всегда переживали за меня. Даже когда мой отец, который меня не признавал, обижал меня, вы всегда были рядом со мной. Но даже после этого я недостаточно уважал вас. И сейчас не слушаюсь вас. Делаю, что сам хочу. Я знаю, что я плохой сын. Я плохой человек. Я недостоин быть вашим сыном. Всю жизнь я останусь таким. Не говори так, сынок. Ты хороший человек. Я очень тебя люблю. Ты очень дорог для меня. У тебя доброе сердце. Никому не сделаешь вреда. Только эти обстоятельства сделали тебя таким. В этом нет твоей вины. Возьми себя в руки, сынок. Ты сможешь это сделать. Я верю. Это испытание. Даст Бог, ты все одолеешь. А если у меня не хватит сил? Хватит, сынок. Обязательно хватит. Только тебе надо захотеть это. Вы только будьте рядом со мной. Дорогой мой. Я всегда буду рядом с тобой. Алло. Как ты? Ассаламу алейкум. Как отдохнула? Хорошо, спасибо. Ты где? Сейчас дома. Я только выхожу на улицу. Хорошо. Надо с тобой увидеться в обед. Есть дело. Ладно, хорошо. Я позвоню. Хорошо. Ладно. Камрон Акья. Камрон Акья. Просыпайтесь. Доброе утро. Хорошо отдохнули? Что вы здесь делаете? Что, я опять... Да. Вчера мы отдохнули. Потом пришли ко мне домой. Но на этот раз я вас не заставляла. Я не понял. Ну чего тут непонятного? Если вы помните, на прошлой встрече мы говорили, что человек ошибается один раз в жизни. Помните, да, ту встречу? Это так. Но на этот раз получилось второй раз. По-моему, вы не ошибаетесь. Если бы я вам не понравилась, вы бы не дошли до этого. В первый раз было понятно. Но во второй раз как это можно понять? Ты что, перешла теперь на этот путь? Ты хочешь человека заставить любить? Взяла в привычку вешаться на мою шею, когда я пьян? Нужно иметь немного совести. Вам самому нужна эта совесть. Вчера ты мне говорила, что это наша последняя встреча. Ты же говорила, что больше не будешь беспокоить меня. Да, я так говорила.
Но я не беспокоила вас. Вы все начали сами. Ну хорошо. Что теперь я должен делать? Жениться на мне. Что? Я похож на сумасшедшего? Не знаю. Вчера я записала все ваши слова. Если хотите, я вам отправлю. Теперь делайте, что хотите. Может быть, вы выйдете? Я должна уйти. Он хочет вывести на гонки одного коня. Это же хорошо. Да, но эта лошадь не в том состоянии, чтобы участвовать в гонках. Добрый вечер. Как отдыхаете? Ты где была? Вы помните мою подругу Зебо? Я была с ней. Ты что, взяла привычку уходить, никого не предупредив, да? Скажу я или нет, все равно ничего не изменится. Потому что мой отец, не выносив ваши клеветы, ушел из этой жизни. Махабатапа. Я вас слушаю. Да, говорите. Слушай, Камрон, последнее время ты очень изменился. И Кром говорит, что он посмотрит. Ты говоришь, что сам посмотришь. Кому из вас верить? И Крому или тебе? О, Господи. Слушай, ты! Кем ты себя возомнила? Господи, думаю, что ты делаешь, поняла меня? Hayatta hiç kimge küneyi kalmasın. Ben uzun bir yanı kımmet buladı. Veya ki bilmese hikmet buladı. Ben resim bir yanı minnet buladı. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Senga ham baxt kulib boqsa gar asta. Men odam qilganman deydi bir pasta. Do'stkinam ba'zilar shundayin pasta. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Dunyo asli sinov so'qmoqlari ko'p. Omadingni dushman tortib olmasin. Bu yo'lda yiqilib tortsang-da azob. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin yaratganiga. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirga bir kunlik umring qolsa ham. Hayotda hech kimga kuning qolmasin.